Исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков посетил микрорайон «Самолет», где проинспектировал ход подготовки котельной к отопительному периоду. Подробности рабочей поездки в материале моих коллег. Котельная введена в эксплуатацию в 2015 году. В двух ангарах установлено по три агрегата. У каждого работают мастера. Котельная новая, большая. На самом деле объем тоже большой. Почему? Потому что котельная снабжает порядка 185 тысяч населения и жителей. У нас 85 – это только потребителей находится, плюс 4 детских сада, дальше у нас находится 3 школы. Вот, объект очень важный. Установки практически новые, поэтому говорить о серьезном ремонте не стоит. Это больше ревизия. Плановая остановка для промывки котлового оборудования и осмотра запорно-регулирующей арматуры. При необходимости мелкий ремонт. Очищаем от старой смазки, смотрим износ. Смотрим, вот тут грязь набилась, вот мы достали сейчас, почистили сейчас, вот мы будем потом чуть-чуть попозже грязь убирать. Вот, и вот сервопривод потом тоже сюда поставим. Вот, вот такая профилактическая работа необходима для надежной работы оборудования. Горелки, установленные на котлах, немецкого производства. Проблем с запчастями нет. Профилактические работы идут в соответствии с графиком. Срок ревизии оборудования сократили с 14 до 10 дней. Это приятно, приятно для жителей. Мы ждем пуска. И, конечно же, это оборудование и этот коллектив работает очень профессионально. На зимний сезон полностью котельная готова на 100%. Работы в котельной завершатся 28 июля. На этот день запланирован ее запуск и возобновление подачи горячей воды. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.